На севере страны резко подскочила цена на автомобильный газ. На заправках Петропавловска теперь за литр топлива просят почти на треть дороже. При этом найти его в свободной продаже сложно. Ездил по всему городу. Газ 110 дорого, ну куда деваться, заправляйся и все. У него еще машина, средство передвижения, он инвалид. Я инвалид второй группы. Ехать надо, да. Мне на бензине дорого, на газу дешевле, а сейчас одинаково становится. Цена автогаза в городе выросла с 85 тенге до 110. Прежде на большинстве заправок топливо можно было купить только по талонам. Сегодня газ появился в свободной продаже. Правда, по новой цене найти его пока тоже непросто. Даже на тех заправках, которые продают топливо, не спешат снимать объявления об отсутствии товара. Чиновники подтверждают, что газ в дефиците, но по их данным в регионе есть запас больше 500 тонн. Кроме того, по бумагам Акимата топливо можно найти по 91 тенге за литр. Повышение цены сжиженного нефтяного газа в Северо-Казахстанской области связано с удорожанием аукционной цены на электронной торговой площадке. Дефицит газа связан с проведением уборочных работ. Сейчас уже на данном время 1150 тонн газа в пути. И в ближайшее время дефицита газа не будет.